Если раньше, во времена, так сказать, прошлые, да, я имею в виду, там, не обязательно там, 10-20 лет назад, 100-500 лет назад, то, наверное, главным источником благосостояния, успешности, это была сила. То сейчас в нашем современном мире это знание. Со знаниями вы будете намного сильнее, ваша защита в том числе будет намного сильнее, ваше финансовое благополучие зависит от ваших знаний. Поэтому весь мир стремится к высокому интеллекту, и самые преуспевающие люди – это люди с хорошим образованием. В олимпиадах побеждает во всем, всегда и везде. Он знаниями владеет прочно, он прекрасен, это точно. Талантливый во всем, имеет в спорте много достижений. Кандидат в мастера спорта по боксу. И всем на свете докажи полезность школьной. Какая профессия родина учит. Нет препятствий сложных. И побеждать умеет, и удар держать. И у нас. Желаю вам успехов. Желаю вам, чтобы вы никогда не унывали, шли вперед, не оглядывались ни на какие неудачи. Пусть Господь благословит ваши пути. Это ваша гордость, ваша заслуга, ваша работа. Я надеюсь, что вы все поступите туда, куда хотите. У всех есть свои цели. Придерживайтесь своей цели. Идите к своей мечте, несмотря ни на что. Александр Вячеславович, я хочу сказать вам отдельно огромное спасибо за все мероприятия, которые проходили у нас в районе, за то, что вы делаете для молодежи, для подрастающего поколения. Мы чувствовали вашу поддержку, мы чувствовали, что вы верите в нас. Спасибо вам большое. Удачи, ребята.